Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Немногие садоводы сеют под клубнику в августе или сентябре сидираты, а зря. Опытные садоводы говорят, что урожай может возрасти в несколько раз. И действительно, попробуйте посеять в августе под клубничку сидираты. Делается это просто. Если после плодоношения не срезали листья, то сделайте это сейчас. Удалите все сорняки и разрыхлите почву, а затем раскидайте сидираты возле клубники и заделайте неглубоко. Сидираты повышают плодородность грунта, поставляя растению вещества, в которых оно нуждается. После того, как они вырастают, их скашивают и кладут возле клубники как мульчу. Такой прием защищает корни клубники и розетки от вымерзания зимой, а весной почва будет воздушной, не забитой, как обычно. При этом оставшиеся в земле корни сидиратов разлагаются и уже весной насыщают гумусом клубнику. Также сидираты предохраняют участок от нематоды. К лучшим сидиратам для нашей ягоды можно отнести укроп, бобовые культуры, люпин, горчицу, бархатцы и овес. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!